Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Shadow of the Tomb Raider. Лару Крофт видели в церкви. Да. Найди их. Что это? Лужа грязи? Они оставили ее одну в церкви? Там был пуп. Что это? Сука! Мне поменять позицию! На позиции! Я сейчас! Сейчас побежишь! Сейчас все закончится! Угу. Вот это я скосячил. Леона, жестко. Где ты? Я на тростниковом поле. Да ладно. Он убежал. Не высовывайся. Я уже иду. Пухля, убежал. Ну, я знаю, что я мог сделать все более изящно, скажем так, но я поступил, как поступил. Мы могли потратить меньше ресов и убить их всех. Абсолютно всех. Вот крест. Что с ним не так? Почему-то показано, что на него забраться можно. Не знаю, зачем. Нереально. Больше я не унесу. Так, а патров тут нету, ты, я понял, что это... Бобовка прикольная, ну, то, что она сносит всех. Это, конечно, есть прикольное что-то в этом. Ладно, погнали нам сюда. Дальше хочу потихонечку пройти, постараться. Тростниковая боль всем бойцам. Задача номер один, найти Оп. Лару Крофт. Вы слышали, командира? Вперед, на охоту! Коктейли, дай сделаю. Я знаю, что ты здесь. А вас не удивляет? Надо было убить тебя еще в Сибири. Но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Знаешь, что пришла пора сделать? Здесь что-то не так. Начнем с тебя, пожалуй. Спать. Тихо. Эй, где ты? Тут я. Знаешь, в этих бочках еще остался ром. Господи, Джеймисон, займись делом. Короче, первых троих можно на изи положить. Надеюсь, он не болтается без дела. Начинай веселье без меня. Твою мать! У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Так. Господи, надо все здесь осмотреть. А? Идеально. А самое главное, это кучу народу положить с помощью этой штуки. Блин, одна стрела убивает дикое количество народу. А мы еще даже не проверили этот. А, как его? Новый тип. Стоять. Не надо закладывать бомбы. Мы новый тип еще боеприпасов даже не проверили. Гранатометных. Кардинал 6, мы видим Крофт. Она у завода. Отряд дьякона. Мы видим, что означает. Дьяконы на месте, командир. Лютая шмалялова. Не спались, я тебя прошу по-братски. Найдем ее именно. Сейчас-то у меня забег. Я ее зацепил! Ты же хорошо понимаешь, что ничего не сможешь изменить. Стука! Бум! Шакалака-бум! Вызывайте дьякона!
вертолете пилот есть. Что? Скорее! Тихо. В смысле, пилот есть? Но тут я не пройду, логично, да? Скорее всего, вот здесь. Ну, тут более-менее понятно еще. Как, куда, зачем, что, куда, зачем и как. Отдай мне ларец! Это еще что? Стука! Ты в порядке? Ничего, нормально. Ладно. А ларец-то где? А, у него. Ну, я как говорил, он украдет ларец. Я так и знал. Леона! Не может все идеально идти. Боже. А вот и твоя новая подружка. О, да. Порядок, я сам. Как-то громко звук увеличился. Странно. И о чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Ага. Извержение вулкана. Надо их догнать. Подожди. Вода, ветер. Да, мы сами. Землетрясение, извержение вулкана. А последнее это конец света. Как я понял, финалочка. Бан-бан! А почему он падает? Ой-ой-ой. Пробую холодный запуск! Сейчас! Подождите! Принято! Я знаю, что там можно было бы полезть. Подожди, это только землетрясение все еще? Давай-давай-давай! Хрена ли обошлось-то? Давай, 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 шевели булками. В каком месте-то обошлось? Тихо, 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 тихо. Говорит кардинал один, двигатель запустился, переключаю управление. Чё ты встала-то, блин? Ух, ни хрена себе подлагнула как. Оу. Твою мать! Что происходит? Нет, я не успел пробел нажать. Слишком динамично, все куда-то проваливается. Так. Опять косичнул. Да блин, я не успеваю прыгать. Я понимаю, что все надо динамично делать, нельзя стоять на месте. Вряд ли я сейчас могу встать. Давайте чисто ради прикола попробуем прыгнуть влево. Куда это меня приведет? Почему? В смысле? А как тогда? Значит, не тот маршрут я выбрал сейчас. По идее. Да, третий раз уже. Да твою мать, что она пробегает-то вперед? Она должна сигануть. Она не прыгает вот в этом месте. Хотя один раз уже получилось. Блин, ладно. Дубль 747. Во, молодец. А теперь поползли. Ай-яй-яй. Так. Во. Твою мать! Чё за бред? Она туда, на эту хрень должна на вагон попасть? И с какого момента мы сейчас начнем? С фейлового. Ясно. Самое забавное, это по столбам ползти. Так. Е. Пробел. Так, 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 так. Пробел. Пробел. Летим, летим. Уворачиваемся, уворачиваемся. Пробел. Да твою мать, она не прыгает. Она не просто не прыгает вот в этом месте. Я сомневаюсь, что она прыгнет. Почему-то, ну, я знаю, что она должна прыгнуть, но она у меня не прыгает. Да хватит тебе, все время бьется об эту штуку. Ха-ха-ха.
Тут она спокойно перепрыгивает. А вот в этом месте косяк. Она не прыгает, понимаете? Вот в чем прикол. Я уже какой раз об эту хрень разбиваюсь. Она просто не хочет прыгать. Либо надо прыгать раньше, чем эта штука подкатится под меня. Ладно. О, наконец-то, повезло. Я уже думал, я разобьюсь там. В эту хрень не врезался, зато тут прям сразу. Блин, слишком лютое место. Я уверен, что многие проходят его с первого раза, просто у меня сейчас что-то не получается. Да. Подлагнуло. Тяжело. Но я не буду это вырезать, все, потому что это мои косяки. Да. Почему? Что сейчас не так? Теперь я дальше этого места не пройду? Не, это печалька. Ну, потому что если бы я, как и хотел, стримил эту игру, то, естественно, все эти моменты я бы не смог никак зафейлить. Так. Давай, я в тебя верю. Райдер. Опа. А, нет, Крофт. Миссис Крофт. Так, опа. Да-да. Это кардинал 1. Все системы работают. Твою мать. На курс 327. Вас понял. Прыгай, прыгай. Всего одна попытка. Прыжок веры. Дом, плыви быстрее, там сзади дом. Типа на изи так? Че, все что ли? Блин, это все? Я думал, там сейчас еще придется прыгать, хрен знает, до самого этого. Раз, как его, заката. Да, до самого заката прыгать. Еще минус город. Землетрясением схерачили. Жесть. Просто минус целый город. Охренеть. Второй город. Я так понимаю, это за мной? Или это уже со мной? Это со мной. Я думал, еще меня искать будут. На лодке. Ну, точнее, как меня, ее. Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Ты так спрашиваешь, как будто он местный, блин. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингес, это Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Угу. Хотя, ну, вряд ли не будет хэппи-энда. Ну, то есть я к тому, что вряд ли будет так, что Лара под конец даст дубу. Потому что я в этом сомневаюсь сильно. Просто если будет так, то это финал, как бы, ну, всей игры. То есть она там, к примеру, жертвует собой, и все. Мы пришли. Но вряд ли так будет. Лара! Где Деларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Дайте мне мой костюм и автомат. Прошу. Подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. О! Спасибо. Подготовься как следует. Финалочка близко. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Так, сказал бедняк. Еще одно очко навыков. А, путь страха. А, новые приключения ждут. Ясно. А, гнев. А, гневливый бог. Все? Или еще дадут? Так, мне нужен кастрик. Это не кастрик. А, вон кастрик. Ну, по бочку я не горю желанием выполнять. Я первый раз слышу, чтобы пиранья укусила кого-то на суше.
пираньи на суше, прикольно. А, так, ваншот троих, кстати. Давайте вот это. А, вот. Стая ревунов 2. Прицелься при полностью натянутой тетиве, удерживая... Приблизиться с помощью Q, чтобы захватить до трех целей. При выстреле стрелы одновременно портят всех... поразят всех врагов. Прицелься с помощью правой кнопки мыши, при этом полностью натянув тетиву. Удерживай левую и нажми Q. Понятно. Так, что по оружию у нас интересного? Так, луки, фуфло. Так, это вкачать. О, можем тебя вкачать. Так, стоп. Я буду без мышки спокойно управляться. Шкур не хватает топовых. Так, по оружию как дела идут? Дробаш. Но этот дробаш уже лучше не станет. А эти я качать не хочу. Так. А, оружие стандартное. О, давай посмотрим. А, никак не улучшить, да? То есть... Но это вообще хреновый. Это нет. Это как по автомату. Автомат мне не нужен. Все. Значит, все. Ну что ж, идем навстречу к приключениям. Но сначала надо немножко прерваться. Так, все. Продолжаем. Давайте. Нам надо с малым поговорить. А, так, после... Так, разговора с Эцио быстрый переход будет недоступен до конца кампании. Вы готовы сразиться с Кукульканом? Да? Как идет составление плана? У меня все равно ничего нету. Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку, но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее, но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Хм. Риски есть всегда, но, полагаю, это лучший вариант. Хорошо, тогда отдавай приказ. Маленький вождь. Идем. Отдавай приказ. Хорошо, хоть на карте ничего не нарисовали. А то спалимся еще. Так, быстрое перемещение доступно. Печалька. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Угу. Лара. Это на удачу. Возьми. Хм. Этли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь тень. Меня интересует Спасибо. Вот что. Почему с трупов не собрать оружие и не раздать ребятам? Будь осторожен. И не научить их стрелять. И ты, птенчик. Как вариант. Неплохой причем вариант. Потому что реально это намного легче будет. Если вот как я говорю, то есть дать им автоматы и все. Те с мечами и луками. А у этих автоматы. Мы спокойно тогда на изи их разложили. Какая она, блин. Хорошо, что она худенькая. Хорошо. Очень даже хорошо. Давай кислород все наберем. О-о-о. А это вулкан просыпается потихоньку. Магма начинает лупить из-под земли, создавая пар. Главное, чтобы ничто сейчас мне вход не закрыло, потому что это будет фиаско. Возможно, за мной закроют.
Следующий воздух. Ну, надо юзать воздух, потому что дальше-то как. Я так и знал, кстати, что меня сейчас перегородит что-то путь. Не может быть все слишком легко. Давай, 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 давай. Шевели булочками. Не, ну тут все. Тут все. Кстати, что... Ой, у меня все есть. Да. Фига себе, это... Невероятно. Да. Иона, получилось. Я вижу мост. Я вижу вертолет. Черт. Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Так, а эти твари? Свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. О, эти твари. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Я так и знал. Не можешь за все хорошо идти. Согласитесь. Еще вертолеты. Я планирую на автомате идти. Ух, смотрите. Я да, не... Тринити их отстреливает. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. Ты же не про меня? Да вроде нет. Ну если про меня, он бы шмалять начал. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм. Любой ценой храм. А, ясно. Ну прыгать некуда. По всем секторам, но мы несем большие потери. Всем бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Ну я это понимаю, потому что все. Так. Вот источник дыма. Совсем рядом. Талышчель, талышчель, талышчель. Сейчас меня спалят. Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Смахнемся. Алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. У нее рот с двух сторон подшит. Чакчель. Ишчель. А почему с вопросительным знаком? Видите, у нее сбоку рот зашит, как будто его разорвали. Или разрезали. О, вот и змейка. Ха, прикольная масочка. И что будет дальше? Лукул. Лукул? Хм. О, меня не тронут эти обезьянки. Зря автомат взял. Ух, ни хрена себе. А почему ракетами сюда не засандалить? Я бы так и сделал, наверное.
На колени. Серьезно, стоило мне маску одеть, и они от меня разбегаются? Раньше они пытались меня сожрать. Ну, я их не боюсь теперь. У меня пулемет есть, если что, я прям развернусь и высажу в них из пулемета. На крайняк там еще дымовухи есть, ядовит, ну эти, снаряды. Она вон перчатку себе сделала из рук, из зубов. Они похожи на людей, но это и есть люди, только под каким-то жестким ЛСД. Лютом, которым из костей они после которого они начали из костей делать себе всякое. Это типа моя маленькая армия? Маленькая армия психованных ненормальных тварей. Да, вертолетец мы так не снесем на изи. Иона, я привела подмогу. Я Ашиль, а не со мной. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нет. Я тоже. Командир. О нас и Ашиле. Чего? Не отвлекайтесь! Убейте ее! Они повсюду! Нам нужно подкрепление! Скорей! А это не разваливается? Просто второй раз... Эта штука второй раз разваливалась. Дельта больше нет. Я за них. Это отряд Зета. Высший совет на месте. Защищаем периметр. Так. Повторяю, высший совет под защитой. Это командир Рурк. Высший совет в полном составе прибыл, чтобы лично увидеть нашу победу. Мы будем держать периметр любой ценой. Кардинал 3 в пути. Ах ты, сука! Быстрей, быстрей. Ха-ха, они в вертушку прыгают. Я пытаюсь. Вытаскивай нас, твою мать. Все, вертолет минус. Разорвите их на куски, ребята. Ну что, начнем? Вертолет минус. Ёб твою. Жесть просто, минус вертолет. Как это прикольно. Дайте мне автомат, что ли? Или мы они тупо шмалять их будут? Да. Я могу кого-то из них залутать? Иона, мы справились. Мы открыли дорогу к храму. Я и моя маленькая армия. Уже рядом. О, они там их... Он в храме. Ха, заново его тащит. Дайте мне автомат. Под ним открыть ворота. Думаю, это по-ихнему так. Благодарю, Кукулькан, за дар возрождения. Да хрена с два. Мы все готовы принять твою силу. А с автоматов жбаном в затылок. Да вот, чё? Слабо? Трое на... Пять, семь человек на толпу. Они с тобой? Хм. Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы. Ложь. Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет. Нет. Никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы вместе. Упрямство до конца. В атаку! Что? У меня ребята круче. Да ладно, пропрыгнешь? А хрена с лысого. Так все легко не будет. Ух ты. У них еще одна вертушка. Так, автомат не. Ну-ка, спрятай. Это командир Рурк. Всем подразумевается.
подразделением удерживать... Прорыв ворот! Всем бойцам! Господа, не дайте противнику попасть внутрь. Держитесь любой ценой, обряд почти завершен. Ага, тихо. Да чё ты, ты не там прячешься, мадам. Это Рурк. Когда обряд завершится... В смысле? Вас всех спасут, и лучшие из лучших получат щедрую награду. Это свои. Сраная вертушка. Секунду. Мингиса, этого сопливого ученого больше нет. И скоро Тринити захватит тут власть. Тут да, зона поражения, не пройти. Надо с ними разделаться. Не всех. Это паладин один. Меня окружили, патронов больше. Нет, пожалуйста, нет! Все. Серьезно, надо было положить двоих всего лишь. Народу тут, конечно, положили мы валом. Надо их всех залутать, кого сможем. А эти не лутаются, кстати. Нереально. Больше я не унесу. Тихо. Сорян. Так, а мне тоже надо наверх БТР лезть. А, нет, не надо на... Ну, прям не на самый верх БТРа. Я бы мог сейчас за... Ой, стоп, аккуратно. Я мог сейчас за карту выпрыгнуть. И, скорее всего, бы помер. Так, ну, 121 патрон у меня остался. Иона, Рурк мертв. Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Кого вы сдерживаете? Я всех вальнул. Я и моя маленькая стрёмная армия. Назовем их так. На высший совет напали. Нам нужно... Высший совет? Высший совет? Интересно. А кто это? А, это психопаты, которые спонсировали как раз-таки весь этот... Ёб твою за ногу, там оторвалось в тот момент, когда я бросил. Короче, нельзя спешить. Высший совет перебит. Командир Рурк, мы ждем приказа. Рурк тоже погиб. Что? И кто тогда главный? Я главный. Приказ, каждый сам за себя. Я знаю, что это не поможет. Никакого периметра! Все погибли! Просто убирайтесь оттуда! Я не знаю... Вот я сейчас реально по чисто рандому получилось у меня сюда запрыгнуть. Я потому что не знал, куда прыгать. То есть сейчас в данный момент идет сила рандома. Я надеюсь на... А, твою мать! Ух ты! Вот это сейчас повезло. Я сейчас чисто надеюсь на авось. Авось повезет. Как я вот только там сорвался, вот это непонятно. Так. Нам... А, вот сюда надо было. Все, ясно. Так, давай. Ой, вот эта штука будет обрушаться. Нет? Да-да-да, будет. Давай, успей, успей, солнце мое, успей. Тихо. Блин, как вот меня радуют вот эти вот моменты. Ну, я чисто гипотетически понимаю, как это разрушается. Но как вот эти валдырики появляются, по которым мы можем лазить, я не понимаю. Ну, то есть какой-то процесс. Типа коррозия вряд ли, это же камень. Какие-то странные сколы. Меня вот это вот немножко напрягает. А так все нормально. Да померкнет солнце. И да сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Слушай, да дай мне тени, шмальнуть в него. Слушайте, прикольное место. Солнце над созданным нами миром.
Ножик светится. Сила Кукулькана. Раз, два, три. Сносить три этих хрени придется, прежде чем его убивать. Уничтожь того, кто захочет уничтожить твою власть! Ты овца! Защити нас! И направь! Помоги, да померкнет солнце! И уничтожит тьма мир, который мы знаем. А? Найди ее! Она не должна нам помешать! Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу! Да, я знаю, что эти три надо сносить быстренько. Фига себе, а выглядит прикольно. Нет, 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 что ты делаешь? Так, F1, F1. Лечись, лечись, лечись. Тебе здесь не рады. Я знаю. Как и тебе. Но ты же здесь. Ой, черт. Остался последний. Но я знаю, что. Так, минуем. И свет снова озарит все, что мы создали сами. Ага, ща, погоди. Сейчас тебя озарю, не переживай. Стоп, 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 стоп. Перезаряди. Я думаю, сейчас озарение слишком лютое будет. А вот и хрен тебе. Нет, ничто не помешает мне изменить мир. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Охренеть. Охренеть. Нет. Я думаю, бежать надо в этот момент к нему. Да, я был прав. Вся моя жизнь. Ты не победишь Бога. А я с ножом. Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Я считал, что ты умнее. Твою мать. Я считал, что ты... Нет! На тебе! Перо под ребро! Что ты делаешь? Вольни уже его! Я для чего тебя из дробаша... Я должен защищать! Пойдите, а не ты! Ага. Согласен. Я считал, что ты умнее. Да добей ты его уже! Да! Нет, это ребро. Это, да, о, да, это... если хочешь. Кукулькан только придаст мне сил! Охренеть! 4 3 Нет места. Ничего не могу взять. Какая наглость!
Да сдохни ты! На тебе, в спину нож! Да чё ж ты его добить-то не можешь? Так, F1. Встаём. Да твою мать! Сдохни ты, наконец-таки. На! Пятый раз ему. Еще один раз, еще разок. Давай еще пару раз ему. Ну, наконец-то он сдох. Блин, ну босс не такой сильный. Прости. С прокачанным оружием. И я без лука даже это делал. Спасибо, пойдите. А мне дадут выбор? Ну, типа, хорошо. Солнце? Хорошо, Лара. Или весь мир уничтожить? Конечно. ФПС скачет от 15 до 70. О, воспоминания о бате. Чтобы найти сокровище, нетраумная Лара Крофт должна... Вот как раз таки вот этот момент мы и пропустили в игре. Боюсь, король не согласен. То есть вот за эту маленькую девочку мы бегали. Вы можете замереть на секунду? А, матери ее там не было. Один. А батю мы нашли в кабинете. Можно мне глянуть? Мертвым. Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... ...нападения ягуара! А кто ожидает нападения ягуара? Ну, я про реальную жизнь, а не про щекотушки. Следующие приключения. Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Пап! Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мама. ...надо помочь мне с исследованием... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. Да, вот как раз таки момент, пока Лара была мелкой, мы за нее побегали немного по их особняку и все. Там королевы переставляли, загадку решали одну, и как бы больше ничего не было. Что? Они никогда не видели затмения, и мы должны что-то сделать теперь. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Подождите, она себя убьет? То есть это финал, ну, конкретный финал игры. Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. То есть это финал линейки Лара Крофт? Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Потому что я не знаю, как по-другому нас может выжить. Отныне. Ну, если только чудо какое-то. Затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, идите. Прошу.
Прошу, Лара. Обещаю. А, нет? А я думал, она ее убьет. А может, она сейчас и умрет. Если Лара умрет, как бы, ну, продолжения не будет уже. Вряд ли она там воскреснет из мертвых, где-то ее там кто-то воскресит, и она начнет творить вакханалию. Какую-то лютую. Такого, конечно же, не будет. Ну, если, конечно, разработчики игры вообще с головой не дружат. То тогда может быть такая хрень про 2 дня спустя. Она жива, я уверен. Ну, раз 2 дня спустя, скорее всего, да. Есть у меня такое предчувствие, что будет еще какие-то еще приключения будут. Фух. А, это кто? А, это королева. Ее же пристрелили. Унурату. Мать. Воин. Мятежник. Царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Она жива. Ха-ха, да ладно. Значит, будет еще какие-то приключения. Хотя я уже не знаю, что могут вытянуть еще. Мы объединим Батити, как она мечтала. Игры. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. О, я так и знал, что он себе бабу эту зацепит. Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Вон мужика в трусах себе найдет. Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить, пойти идти заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А то одни жмуры. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Ой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. А как вы его сделаете? Кран какой-то будет или что? Вот интересно. В общем, да, все, прохождение закончилось. Да, Shadow of Autumn Rider. А игрушка, не скажу, что она меня не порадовала. Ну, глюки, ну, баги там маленькие есть, все есть. Во всех играх, кто бы не говорил, что игра доделана до конца, релиз, все равно баги есть, все есть. Но игрушка классная. А Лара жива. Но мне кажется, что следующей части не будет, потому что, как сказать-то, ну, вся суть всех частей, большинство частей, то есть Лара, как и в фильмах, кстати, шла по загадкам своего отца, то есть он что-то там пытался найти, какую-то гробницу, какой-то там артефакт, она нашла его исследование и как раз-таки этим и занималась. И она пыталась узнать, что же случилось с ее отцом. Почему он умер. И она узнала, почему он умер. Поэтому я не представляю, что могут еще высосать из пальца разработчики. И какую часть они еще залепят. Я думаю, что это финал. То есть все. Лара Крофт завершена. Так, пропустим этот момент и посмотрим. Я ошибалась. Вот, как раз-таки ее дом. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить.
Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. У нее у бати коллекция я лютая. Я всего лишь одна из многих защитников. Если посмотреть, тут знаю, много разных артефактов. Но не могу дождаться. Ха-ха, Ларет, серьезно? Приключения. А нож где? Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Дворецкий? Чаю, мисс Крофт. С радостью. А мне дадут прогуляться по усадьбе? Так, там это картина отца. Белая королева. А сейчас мать я ее. Просто рада быть дома. Динозаврик. Мама, папа и маленькая Лара с пирамидой рядом. Не, ну игруха классная. Много моментов в детство. Так, я надеюсь, что сейчас все хорошо и новая игра... 85,3%. Новая игра плюс. Что это такое? Так, это действие перезапишет все старые автосохранения. Весь процесс будет утерян. Нет, я не уверен. Так, секунду. Да, все нормально, я сейчас посмотрел. О, все прекрасно. А что у нас осталось? А, гробницы испытания остались. А, кузня судьбы. А, мы тут были. Так подожди, так... вот тут вот не были вроде. И написано «скоро». Ну ладно, игрушка классная, меня порадовала. Ну, продолжение, я не знаю, что они вытянут реально из пальца, высосут разработчики, какое может быть продолжение. Я надеюсь на то, что его не будет. Я считаю, что это идеальный финал, что она останется там, что она никуда не уплывет, никуда не уйдет, будет там жить, состарится, найдет себе какого-нибудь мужика в набедренной повязке, создаст семью и будет жить там. Ни больше, ни меньше. И никогда оттуда не свалит. Хотя, подождите, она же свалила. В финале, ну, в итоге она сваливает в свой дом. Вот. И это плохо, потому что, скорее всего, будет продолжение. Что-то, что ее отец... Какую-то загадку, которую отец ее не разгадал, и она будет ее разгадывать. Как я хочу, чтобы этого не было. Очень сильно хочу. Надеюсь, что так и будет, что она, что вот не появится какая-то, потому что продолжение будет, ну, я не знаю даже, что разработчики в этот раз придумают. Они не реализовали в игре, в принципе, ничего нового. То есть луки с отравляющими, ну, дерево навыков не сильно такое топовое. Луки, стрелы, ну, луки были, автоматы были, ножи... Ножи добавили, отмычки добавили. Отмычек вроде не было в предыдущей части. Вот. А остальное разрушение укрытия и все остальное было. Костюмы только добавили. А, ну да, еще и костюмы добавили. В той части не было костюмов. Так что, ну, не. Как бы я не думаю, что они чем-то смогут удивить. Скорее всего, будет что-то старое и добавят какой-нибудь там, не знаю, ломик, монтировку или, ну, какую-нибудь хрень полную. В общем, поэтому я надеюсь, что продолжения не будет, потому что... И это идеальное завершение. Поэтому на этом мы будем заканчивать прохождение этой прекрасной игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!